Мангыстаускі мадэльер Нуржамал Нурпейсова выпустила новую линию одежды «Прет-а-порте». Мастер уверена, демократичный стиль в ее исполнении будет так же востребован, как и национальная одежда. К слову, модницы со всего мира приезжают в Актау, чтобы лично встретиться с мастером и заказать у нее свою особенную вещь. История успеха казахстанского кутюрье, сумевшего продемонстрировать шик национального костюма на мировой арене, в нашем сюжете. Материал имеет свой характер, рассказывает мастер Нуржамал Нурпейсова. Создавая эскиз нового платья, она не раз меняет цвета и фактуру ткани. В идеальном наряде женщина становится королевой, уверена дизайнер. Поэтому секретами своей популярности она считает дисциплину, пунктуальность и качество. Они помогли завоевать уважение коллег и любовь клиентов на выставках и неделях высокой моды в России, США и Китае. Успех, он, знаете, он такое слово растяжимое. И на одном месте стоять нельзя, останавливаться. У меня есть в планах открыть масс-маркет. Да. Вот сейчас я уже запустила вторую линию одежды. Одежда прет-а-порте. Нуржамал приоткрывает завесу коммерческой тайны. Новая линия выражает тенденции будничной моды, а цена изделий будет доступна широкой аудитории. Возможно, отправится на экспорт. За 15 лет работы у мангыстаускского модельера появилась армия поклонников. Растет успех, расширяется и команда. Сегодня в цехах трудятся полсотни человек. Выпускницы училищ проходят здесь практику, и самые талантливые получают работу. Я уже работаю 15 лет. Работаю с 2002 года. Коллектив очень хороший. Наша Нуржамал, наша начальница, нас всех очень хорошо поддерживает. Новое платье примеряет Айнур Исмурзина. Она истинная модница, и выглядеть на 100% ей помогают эксклюзивные наряды. В ее гардеробе более 30 стильных луков от этого дома моды. По роду своей деятельности мне часто приходится быть на людях. На праздниках надо выглядеть шикарно. В этом мне помогают наряды от Нуржамал Нурпейсовой. У нее великолепный вкус. Она умеет очень тонко совместить современность и национальный дух. Ежемесячно Дом моды выпускает 200 наименований изделий, плюс несколько раз в год демонстрируют авторские коллекции. Розовый, сиреневый, персиковый, небесно-голубой. В этом сезоне дизайнер советует носить нежные цвета и, возможно, комбинировать их с контрастными. Тамара Степанова, Салмат Бикбаев, Актау, 24 КИЗ.